И как видим, наше обновление прошло, то есть уже сообщение память заполнена уже не высвечивается. Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео мы решим очень распространенную проблему, которая встречается в Android-смартфонах. Это недостаток памяти при установке приложений, либо же их обновлений. Сейчас я захожу в Play Market, продемонстрирую, что у меня пишет. Нажимаю мои приложения и, допустим, я хочу обновить YouTube. Вот, я нажимаю YouTube, далее нажимаю обновить, принимаю условия. И вот видим, что для обновления нам необходимо 123 мегабайта. Это на самом деле неправда. Обновление будет занимать всего-то лишь, сейчас посмотрим, 11, почти 12 мегабайт. И чтобы решить данную проблему, это уведомление, которое не позволяет нам установить новое приложение и обновлять старые, чтобы решить ее, сейчас я вам расскажу как. Итак, мы закрываем наш Play Market. Далее заходим в настройки, все настройки, дальше находим приложение и переходим во вкладку «Все», и здесь находим наш Play Market. Данная проблема решается очень просто, нам необходимо просто будет зайти в мой Play Market, данный вот приложение, и нажать удалить обновление. Нажимаем ОК, дальше снова ОК и ждем, пока обновления, которые у нас были на Play Market, удалятся. Вот они удалились, нажимаем ОК. Теперь снова попытаемся обновить наш YouTube. Заходим в Play Market, принимаем условия, далее нажимаем функции, мои приложения и находим наш YouTube. Вот наш YouTube, и снова таки нажимаем обновить, нажимаем продолжить, и как видим, наше обновление прошло, то есть уже сообщение память заполнена уже не высвечивается. Так же самое вы сможете устанавливать новое приложение, уже не будет писать, что у вас память заполнена. В общем, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Если вам это видео было полезно, поставьте лайк. Также я буду благодарен, если вы подпишетесь на мой канал. Смотрите другие мои видеоролики, инструкции, туториалы. Ну что ж, всем пока.